Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. И всем еще раз привет. Это третья игра на сегодня команды NMG против команды Guns. Со мной в сокасте сегодня Ментал. Yep. И был Глеб, но он ушел. И есть Никита Эмпас, который не подключился еще к нам в скайп. Никита. Никита. Всем привет. Никита, всем привет. Всем привет. В твоем стиле скажи всем привет. Надо Пегаса, значит, удалить. Добавить эмпатх. Эмапх. Как ты мой ник там написал? Пиши как. Вот как сейчас назвали. Эмпатх. Так, тем временем, ребята из команды NMG взяли Магмуса, Дедлифта, Ревенанта и Эмпаску, а команда Ганза взяла Мойру, Файт и Свитблейда. Ого! Дваур! Всем привет. Здорово. Здорово. Че, вас лагало, да, при игре с этими? Да я не доиграл, попил. Особенно у Маржа там. Такие лаги. Ред кликал мальчишек и мышка. И мышка, да. Назад что-то. Ничего не смогла сделать. Мы еще не в эфире? Мы уже в эфире. Мы уже в эфире, отлично. Dark Lady для команды NMG. А кто такой коричневый? S.E.V. Это кто? S.E.V.Q. Че, вы тоже не знаете, кто это? Кто? Вот коричневый, это черный. Какой? Это такой, по-моему, Сивка? Да. Угу. Сивку? Не знаю таких. Ну какой-то пацан. Какой-то. Чё молчим? Кого ждем? Ждем пятого пика от команды Guns. Не знаю, мне интересно на Дедлифта посмотреть, как будет. Как да вон против нас уже играли, ты не видел игру? А вот Дедлифт зашел. 14 игру. Минут мега да. Вот эту последнюю игру, да? Не, я не смотрел. Я не смотрел, но говорят очень интересные катки. Надо посмотреть. Зашла. Везде, где удается как бы камов переиграть, это интересно. Выкиньте его из скайпа, он рекламирует кам. Let's get on. Так, ну что тут у нас интересного? Из интересного пуч. Я буду сейчас пристально наблюдать за Деваурером, точнее. А, Мека и Ата будут переигрывать, вон там в чате я вижу. Так и будут, да? Да. Какая разница, что в чате пишут? Судьи турнира спрашивают. В смысле? Судья турнира и пишет в чате. Тогда что ты говоришь, в чате пишут? В чате пишут. Нет, так а Мека и Ата типа не обязательно будет переигрывать. В плане? Ну смотри, сейчас если в этой схватке НМГ держит победу 2-0, да? Ну. У НМГ становится 7-8 очков минимум. Так 7 или 8? Ну, 7, типа 8. 7 за эту, и плюс вот это 1-1 ничья. Если они ее будут переигрывать, да, техлоз, и они одержат победу там, то у них будет 10 8. Очков. А, 10! 10 очков! И у Дорнов 9, у них 10, у Камов 13, у Кэтсов 16. То есть Мейки и Ата даже... А, ну смысл, да, переигровка все равно будет, чтобы распределиться все-таки во второй лазер. А Дорны уже по-любому третьи. Дорны... Они могут... Ну, они в любом случае уже в четверку входят. А.
Ладно, такой вопрос. Четыре нижние команды сетки сразу вылетают, да? Ну, они финальный этап не проходят, то есть они уже вообще, не да? Ну, да. Да. То есть значит, вылетают с пятого места дерутся. Ну, можно сказать, да. За пятое место там игры они будет, там да? За пятое, да, будут драться еще. Там игра престолов, значит. Там Махач будет дикий. За серу. За серу, да. За серу и народ. Во имя Света. За любовь зрителей. Так. Дедлифт. Я думал, соло пойдет, а он тут с ревенантом вообще. Не знаю, в чем задумка. Но ну, FB-шечку один дедлифт уже троих стягивает. FB-шечку могут сделать, кстати, FB-шечку. Ганзы могут. Не-не-не-не-не. Если сейчас не, пойдут там дедлифта гонять, а потом вскроется ревенант, то они могут убить. Не, да тут можно сразу, если дедлифт выходит, сейчас сразу станы и крутилка. Ну да, и он умрет. Ну а если не смогут его добить, то кто-то из них умрет. Че, Мойра решила своим телом заблочить этот спот, да? А нет. Не, я думаю, поставили ревардик. Нет, заплачено. Ну, не суть важно, он сейчас как бы. Да, больше не делает. Пуш на харде, вот мне интересно, как он отстоит. Обожаю против даблы, против ампаски и делки. Так. Стан попадает в фейд, подцепили ревенанта, сразу свитбэ дает крутилку, а у ревенанта прокачан первый спелл, и ты, сынок, будешь умирать. Да. Да. И это ФБ. На Гогре. Лысый это Гогр? Да. Лысый Гогр. Это как я лысый Гогр, его... только лысый Гогр. Я же ему написал по поводу дефекта в его речи, и он сразу отреагировал. Ой-ой-ой-ой-ой, пиромансер сейчас походу переиграет Магмуса на миде. Еще один удар. За счет дерева съеденного он выживает. Даже на мужика не стал под коп тратить. Да? Iron Balls. У пацана. Iron Bullet я это делаю. Она топит, а трипла. Да. И реализованы уже, получается. ФБ на свифте. Есть ботинки уже. Заходит в спину, кстати, ревенант пиромансер, но пиромансер на него кидает просто таунт и убегает. Не, пиромансер просто дал паузу и думает, что бы сделать. Нет, пауза от команды легиона. Тогда это Гогар нажал паузу и думает, догоню, не догоню, так сейчас мув спид посчитаю. У меня 300, там 295. Ну, в принципе, к Т2 догоню где-то вот здесь вот. А пуш второй левел апнул и сейчас пойдет на мидок помогать. Гул. Потому что против эмпасхи там особо нет. Не покуражишься. Да, именно так. А, Гугар просто в дабл мид пришел, да? Понятно. Сейчас, если дедлифта подцепить, его так-то можно и убить. А можно и отъехать, он второй. А можно и отъехать. Ну, хотя, да, под тауэром на того же свифта ему крутилка не поможет. Его просто крипы забьют до смерти кулаками, вот как сейчас. О, второй спелл. Минус 100 хп, минус 200 хп. Айда дедлифт, айда второй спелл. Так, а что там сделали ему? Просто диск скорости атаки. Да, ему там скорость атаки. Офигеть. Кому подняли скорость атаки? Дедлифту. Второму скиллу? Да. Наоборот, на последних левелах меньше, чем было. Было 125? Да. Хочешь сказать? Нифига себе. Второй ему подрезали немножко, ему первый сильно апнули. На первого ужасно просто сильно, там полкарты от первого летел. От него еще не увернешься, в чем прикол. Да, вообще никак не увернешься. Там просто жмешь как аутист, как, ну, в смысле, как у нас есть Павел один. Но он жмет на одну клавишу и попадает в тебя, куда бы ты ни бежал. Павел один. Короче, там первый скилл у него кобра, да? Подземная кобра. Подземная кобра. Ну как-то НМГ по лайнам, кроме изи, везде все не очень. Ну, пока что Гугар не нашел себе места на этой карте, поэтому... И пуш там тоже, в смысле Деваурер тоже там рядом. А в чем был смысл оставлять тогда соло дедлифта? В чем был смысл изначально не соло его туда отправлять? Зачем там ревенант нужен? Ну, чтобы умереть разок. Ну вот. Дать буст Свитблейду. Лучше бы ревенант стал на миде, и пиромансера бы прогнал. И значит, фармил бы Магмус. Значит, миссия выполнена.
Тут же вообще пошел. Вообще фармить крипов. Да, это бред. У него есть деньги на крипы. Он сейчас получит третий уровень и пойдет бить женщин и детей на все лайды. А в смысле, а чем ему второй недостаточно? Ну не знаю. Вот недостаточно. Он сейчас пробил красную банку, есть у него второй уровень по-прежнему. Зачем ему два монопота, если он еще ни разу хук не кинул? Зачем вообще на ходу девауров, зачем просить два монопота? Это какой смысл в этом? Зачем вообще брать девауэр на ходу? Не, ну он нормально, с ботинками, если бы мы еще регена дали. Девауэр на ходу. Иди сюда, мой френд. Если бы у него регена чуть больше было, так что мы на харде никогда хп не будет, столько, чтобы он хукал по КД. Ганзы, видимо, решили просто победу НМГ отдать. Пуджик там взяли. Предыдущих каток досмотрели, да? Да. Там Пуджик бегал такой, воин. Без ботинков. Воин плети. Где наш камист? Где камист? Никита камист. Ты здесь? Я здесь. Никита здесь, да. Как тебе, Пуджик? Здесь все. Никита здесь все. Как Пуджик? Вошел в игру у вас? Пуш вообще нормально, да. Ну, пуш, а не пуш. Нормально, пуш, да, я слышу. Сегодня ничего нету, он там так гангл просто. Гангл, как воин. Весь... Да, он там такие хуки царские, конечно, были, я уж думал, кто это у меня за профессионал в команде здесь нашелся. Не зря, видишь, пикнул. Да. Как... Это я такой, понимаешь, сказал, сейчас на Зевсе закарю и не закарил. Кстати, я вот видел, что у Мэшбэна там 7 армора был, он, в принципе, 4 или 5 слотов имел, и ты ему с 2 скиллов пол хп снял. Какая вот пауза была, помнишь? Да. Он на ФК убегал, а ты ему, типа, решил огрызнуться. Не смог его убить, да? Она на топе, смотри, Блейда, как второй скилл дедлифта. Ну, потому что не забыл. Ну да, он что-то больно ему пришлось. Тут можно еще и первым было. Вначале, если бы подцепил бы. Кобру надо было запускать, да. У него маны нет. А, есть. А что, она на один? Кобра он бы сразу крутилку нажал и все, и ушел. Тем более, вот сейчас ему фейда пришла, красную баночку помазала ему то место, в которое его били крипы. Под хвост намазала красную хилочку. Каштан. Лепесточек приложила. Лопухом накрыло. Вероятно, специалистки, вот что интересно. Гасты уже есть на делке. Но теперь Пуджи точно не вариант возвращаться на свой хардлейн. В принципе, и так вариантов особо немного было. С опаской шутки плохи там. От стенки. Ой, какой хороший стан. Пудж, ты что делаешь? Ты хочешь умереть? Первый спал от ревенанта, стан от Магнуса. До свидания. Пусть тем временем еще забирают у нас дедлифта. Размен. Дедлифт на Пуджа. Продано. Куплено. Распродажа. Хардлайнеров. Разбирайте. Эмпаска тем временем осталась на лайне. А Делка отправилась... А, Делка стакает крипов или что это такое? А, она их фармила. Не знаю, но... У Свифта-то ГПМ побольше пока что, чем у Делка. И вышку сейчас сломают. Ну, Свифт. Изи фарм, там, так сказать, крутилку нажал, крипы умерли. Крутилку нажал, дедлифт умер. А Пуджа там нет, чтобы его убивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, проблемы так-то могут быть, у Свифта подходит еще Мойра со станечки. Ой, забрали дедлифта. И Тауэр еще. Мойре сказали выкинуть мусор, но она и выкинула дедлифта. Доча, вынеси мусор, да? Не, ребят, я вам не в обиду говорю, просто прикольно. Просто видеть, как вы играете. Смотреть эти моментики. Моментики. Тем временем Магнус 280 ГПМ, что-то как-то... Ну, нормально. Ничего нормального. Ну, это нормально против пиромансера так-то на миде стоять с Чилисом. Смогли. Легко поддавить.
Sweet Black, кстати, 6 уровень. Подходит, кстати, к дедлифту. Пасочка с ботинками. И умрет сейчас пасочка со своими ботинками. Пальчик. Фейт. Сейчас найдут пальчика там. О, мальчик. Хочешь, мальчик? Ой-ой-ой! Дабл стан от файды. Sweet Black должен что-нибудь делать, утонул. Плохо утонул. Начал крутиться. Убивают дедлифта, убивают еще и МПАСку, скорее всего. Макс! Почти дабл килл. Приходит Ревенант, кстати, Богар, который сейчас заберет Sweet Black. Mortification. Да есть. Один прогиб и Swift погиб. Ну, будут забирать Ревенант. Ревенант. Да, да, будет точно умирать. Отдать саппорта за карри всегда должно быть в пользу. Какие ставочки за керрит ли Дарк Лиди в этой игре? Я верю. Я верю в Украину. А в Украине. Он потащит. А в команде Ганс кто керри? Ну, в смысле, я знаю, что керри Свифт, но... А на керри у них этот играл, Эслансер вроде бы. Ну а почему он теперь на пиромансере с Чилисом? Он на пиромансере? А, они же поменялись. Хотели подцепить Магмуса, но он на реакцию уходит на стане. Он, да. Последние игры вчера Ганзы, кстати, керрил ПМ, да. Который играет сейчас на саппорте. Сейчас на саппорте. ПМ, да. ПМ, да? Да, ПМ, да. ПМ, да. Это кто-то тоже так говорил. ПМ, да. ПМ, да. Не, ПМ, да, это вообще слишком. Чересчур, по-моему. ПМ, да. Пьянда. Ой, там Дарк Леди находит пиромансер, но а вот подойти и дать дайгера и убить Дарк Леди. Ну хотя он ее соло ведь не раскастует. Не, соло нет, а вот ой-ой-ой-ой-ой, проблемы. Так, Мойра, дает дайгеры. Станчик от пира, рассказ, до свидания. Давай, до свидания. Но она же видела Мойру, кстати. Да. Зря, вряд ли Мойра просто так бежит в твой лес одна. Пира, на секундочку. Тревела приобрел себе пиромансер. Тревела? Да. Батюшки, а Свифт тем временем приобрелся Энерджизер. Батюшки, говорит. Матушки. Бабушки. Не, ну тревела это, по-моему, горячка. Ко мне сейчас опять бабуль прибежит и скажет, ты чё, заболел? Придурок. Ой, Свифт, чейсит. За дедлистом сразу сейф ТП не нашли. Он стоял очень крепко в фарме. Поцепили Деваура, влетает, ну не влетает Делка. Кстати, прилетает Пиромансер, батюшки, МПАСКа, беги! Крипов заблочился. Ой, ай да хук! За косу схватил эту МПАСКу. Дернул пальчиком слегка. Магмус, вон видишь, сейчас на боте будут убивать Магмуса, скорее всего. Какого Магмуса будут убивать? Пиромансер, рассказ ты! Но тут никак не собьешь. До свидания. Не помогли ты. Тапки быстрые. Я не даст сейчас иду. А Свит потихонечку, постепенненько выходит на Абиссал. Эх, ща бы Колян тут зашел бы со своим фиссурисом. Сосурой. Магнус все временем фармит хардспот. Зафармливает пока трипл. 50 копеек. Все, пока готово на матч. Ну, у него сейчас ульта КД, но, в принципе, как раз у него ульта от КДшится, уже 11 уровень появится. Делочка там постепенно при это, кливер свой при это принимает. Приближает. Приближает, да. Тем временем упоржает. А во что пиромансер выходит? Он еще себе скраб купил. Еще один чилис. Это, скорее всего... А, сразу Hellflower. Или сплшарды. Подцепила Мойра дедлифта. Но если они хотели цеплять, почему не закрутить зацепили сразу? Подходит пуш, а зайти вот в эту штуку, которая дает МС. Станчик по дедлифту. Хороший трипл стан от Магнуса, но нет ультимейта, забирает уже дедлифта. У Магнуса не проблемы. Магнус. Не успел. А даст ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть хук. Хук за челку. Нет, не попал. Стан от фуйды заэвэтил Магнус. Вот это биг плейс. Магмус-то профессионал у нас. Ну, вообще-то да. Ну, так, без иронии. Нормально все сделал. Дэвид Блейн. И баньку идеально, там уже звук ульта Деваура пошел. Угу.
А тем временем Свитблейд у нас уже практически пропушил Т2 на... На каком лайне? На топе? Да, на топе. Вверху, давай. На боте Ревенант. Ой, Ревенант подцепил, Пуджах поставил контрвард, но... Что ты делаешь? Ты чё? Говори слово подцепил, пожалуйста. Мне это... Подхукал, а тем временем Деркла... Дырка... Блин, Делка, что ты делаешь? Хочешь умереть? Нет. Она знала Таура, но в принципе неплохо. Ну да. В Switch чате пишут, Gold Division попросили вынести мусор. Они вынесли Неку. Забавно, забавно. 5 баллов Гриффиндору. Ладно, хватит ржать. Змейки Пегас ушел. Если бы он был там, они бы были топ-2 точно. Это выдержки из Twitch чата. Выдержки? У Дорнов своих 6 очков. Ой-ой-ой, Фейда зашла в инвиз. Сейчас, походу, будут забирать дедлифта. Дедлифт. Ой, как? Чувствует, приближается стан. Ой, какой стан от Фейды, но тут есть Пуджи, который скушает. Приходит Делочка. Ой-ой-ой, посыпить Пуджика. Какая превосходная ульта от Мойры. А почему Пуджи нажал второй спал? Умирает до сих пор, Деваур не умирает. Хороший стан от Магмуса. Как же это было великолепно. Забрали Мойру, забрали Фейд. Фейд зато спасли Деваура. Зато спасли, да, пиромансера. Который не заденайл Тауэр. Ну правильно, лучше улететь быстрее. Сейчас, надеюсь, Дарк Леди его заберет. Выдержка еще одна из нашего Твич-чата. У Дорнов своих 6 очков, они сильны. Конечно сильны, если на пятерых 6 очков. И Пиро, смотри, на топе. Дель Пьеро. А что он действительно собирает из скраба? Скраб. Ну это... Сплэшарды — это глупость, может ветра. Сплэшарды — это глупость. Ну а смысл? Роскаст. Того же дедлифта убивать. Которого целых минус 2 Magic Armor будет. А сколько? Поменялись сплэшарды? 50%, да. Ну и где, ну 50% игнорируют, да. Ну у дедлифта сколько? 4, а будет 2, да? Да. Да нет, это без... Это против Мэджбэна еще можно собрать. Вот когда он прыгает, у него там 7 своих плюс 12, того 19 Magic Armor'а. Не, Дарк Леди не знает, что... Дарк Леди, кстати, осталось 1 процворд до Кливера. Так-то при фрифарме у нее на 15 до сих пор нет Кливера, то есть такое. Могли забрать сразу иллюзию. Не, уже есть, есть. Кливер появляется на Dark Lady, 400 есть, ГПМ, а что-то я на ГПМчик-то не посмотрел. Ну, у этого-то больше у свифта. Мойра умра? Не знаю. Ой, забрали Мойру. Кстати, Мойра, походу, постепенно выходит в ПК, как вот это уже сделал Пудж. У Пуджа ПК, ничего себе, 1... Точнее, 0.1.5. Так-то Гогар реабилитировался после. Попка масленица. Ой. Смотри, стоит пиромансер, выжидает Делку. И, кстати, он ее сейчас, скорее всего, заберет. 10 уровень. Да, с рассказом он ее точно заберет, если попадет с станом, иначе он может оказаться в просаке. В неловкой ситуации. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это... Ух, это ошибка Дарк Леди. Хотя живет на... Офигеть, я чё ты не пошел-то? А как он не среагировал, я не понял. А почему он не ударил? Я тоже не понял, там выходил с баллисты-то сколько. Он бы на развороте еще бы его забрал. А он на развороте сразу Сайленса прыгнул в него. Он пока выбегал, мог бы в чат три фазы написать. Привет, ты труп. Или убегай там, я не знаю. Ветра на пиромансере. Ветра! Это Дота? Нет, это Хон, ребят. Это Хон. И у нас ветра на пиромансере после постхейстов и Чилиса. Ой. Он купил, да? Он купил. Как раз из 4 крипов на миде Магмус. Угадайте, скольких забрал. 0? Да, но ударил всех, и пассивка от каждого сработала. Ну, профессионал, профессионал. Так, Фейд заходит в инвизе. Сейчас Делку, походу, будут забирать, но нет. Ставит на себе вард, Фейда это видела. Мойра бегает, ищет вард. И, кстати, находит. С гемом, да, не так сложно говорят.
Так, Пуджик подходит. Видит Делочку. Видят. И сейчас видит тоже Деваура. А вот Деваура видят. 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 Неважно, главное, Делка видят. Видят. Ой-ой-ой, какая ульта да. от Мойры. Можно было бы за косу схватить эту Делку, но... Тарклиди вплотную с иллюзией Фейды стоит, и просто стоит дальше туда-сюда она рассматривает. Она замешкалась. Ой, Фейда заблочила своим оппонентом проход, но нет, она исчезла. Но не тот проход, о котором вы подумали, да? Забор. Ой, Дедлик там начал мускировать. Только зачем? Фрайдера, но Дедлик это вообще... Самое плохое. Если все плохо, надо как-нибудь... Делочка постепенно выходит у нас в Firebrand. Падает тауэр на топе, забирает его дедлифт. Со стрейдерами. Просто у героя ничего нету. За 20 секунд вышку запушил. Быстро, быстро. Собирает он. Что? В толкалку он, скорее всего, выходит. Он купил себе книгу за 1000. Литра, может. Библию. Может, гримуар. Может, гримар. А что ему дает вот гримар? Что он даст? Кобра будет. Гримар. Кобра дамажит будет больше. 330 дэмэджа будет носить. А так сколько? 10%. Нет, сколько кобра так дамажит? 300. Ну ты понял вообще. Поцелуйте тракториста, подцепили дедлифта. Скушает его Пуджик. До свидания, дедлифт. В следующий раз получится. Так. Тем временем просто на боте запушил вышку свист, да, и улетел, походу. Да, улетел, братишка. 3000 голды уже имеет. Щиток у него апгрейженный. Гастил, энерджайзер и абиссал. А пиромайсер-то у нас уже приоделся. Ветра вот сейчас приобрел себе, он, по-моему, блесторп. Выходит он на что? На хекс? Не знаю, у него есть кроссовочка Adidas, есть там шапка. Нет, ну вот, что он... Портал... Ой, Портал Кей. Портал Кей, это забудьте. Он купил себе постхейсты, купил себе ветра и... В принципе, поддерживает неплохой ГПМ, 450. Ну, ветра вообще хорошо. Да. Особенно если еще таймить, как... Идеальный там. Как профессионал. Да. Вот, прилетает ему арба. Юзает он грибок. Сейчас грибок стопы будет, по-моему, у дедлифта, но навряд ли. Он будет, слишком будет. Бронированный какой-то. 1400 ГП. Мне кажется, не убьет-то. Да. Убьет. Так, инвиз. 1300. Раскаст пиромастера. Еще. Ну он, в принципе, неплохо таймит. Он, в принципе, должен был... И сейчас представляешь еще? Сейчас... Дедлифт после первого надо было типа, сразу убегать. Нет. Пиромастеру надо было сразу все скиллы дать, чтобы больше автоатак нанести. Быстрее. Ну, неважно, он и так убил. Значит, все хорошо. Но он, типа, таймил. Фейда в инвизе. Вот фейд, у фейд все не очень. Ой-ой-ой, а фейд ты может так-то подцепить танчиком! Не успевает. Убивает там паску. Ну, в гробе. Мортификейшн от ревенанта по факин Скиллблейду. Скиллблейду. Да. Трай хард блейд. Ну, он сюда и замажет, да. Так, я понял, во что выходит дедлифт. Он выходит в Некрономикон. У него была книга за 1000, теперь он приобрел себе за 450 вот этот вот. Да, Некрономикон. Ну или пазл бокс. Некрономик. Который вызывает мучителя и чародея. Некромоникон. Некромоникон? Некрономикон. Некромононикон. Ну, короче, пазлы. Пазлы-козлы. Так, ПК появляется на Фейде. На Феде. Что, Деваура, блин, 1-2, счет какой-то не очень. У кого? У Дева. Как-то все. Нормально. Да ну, ничего. Фрагов, в принципе, в команде всего лишь 13. А мы можем отсюда посмотреть что точность его захвата? Нет. Нет, не можем. Очень жаль. Это сам себе. Очень жаль. Спроси у него, знаешь, напиши там БЛС сейчас. Я какова ваша... Не, представляешь, какова ваша точность захвата, мистер?
Ой, заход. Команда Легиона на мид. Поцепили свифта, не успел он. На реакции дать. Еще иллюзия от этой. Был он лишним, конечно же. А, кстати, позлы-то уже есть, по-моему. На ком? На дедлифте? Я так и сделал. Падает Т2. Ну, Делка сейчас с пролета вообще там тонну, миллионы тысяч дэмэджа внесла. Ну и ребята из команды NMG. 50. What the fuck? Уже меньше. Уже меньше, да? Постепенно падает Т3, подцепили пиромайстера. Тут надо кушать. Петра себя поднял пиромайстера, как пролетает Делка. Лол. Зайди! И выйди, у ничего себе. 13 хп. Да, за там спину. Урон же непосмертный. Ой, беги. Ой, беги, еще... беги, там ПК. Ох, как же это больно. А это байбек, по-моему, от пиромайстера, байбек от Сивблейда. Да, два байбека. И дедлифт делает просто ТП, эвэй. Но Свит бы его сейчас мог сбить, мог но сбить, у да. него ничего не получилось. Почему он не ресает Магнуса за спиной? Вот там вот, вдалеке. За он спиной. Он сейчас добил, знаешь, Магнус. За спиной. Пазлбокс появляется на дедлифте. Не доиграл миксер после ТП, если бы сразу ресать начал, то там можно ну было да, диверсию навести прям с той стороны. Диверсию. Отлично фейт стан в Кангора. Но Кангуру ее застанет лучше, чем она его. Разминают они неплохо Конгора. И Конгор их тоже неплохо разминает. Ну да, вот сейчас он фейт разомнет. Анальный массаж. Когда подходит, и ей надо сразу, чтобы он ее ударил. Так, пиромайстер. Да, сейчас так разомнет, что даже никакой этот лист не поможет. Какой-то там совет. Пуч прибежал на Конгора и решил наверх пойти. Он увидел пикуга. Я решил выкинуть мусор наверху. Покрипался на славу. Фу. 11-15 в пользу пока что команды Guns. Забрали они сейчас токен. Кому, кстати, достался Сидблейду. Но за счет того, что потеряли ребята... Т3, потеряли два байбека, но хотя бы забрали токен. Ну и, в принципе, если бы не эти два байбека, они бы не перевернули бы тимфайт. Что говоришь? Если... Не перевернули бы, да, не отдефили бы. Да, да. Такой вопрос, как посмотреть, какого левела пазлы на дедлифте? А, нажимаешь на него, и там написано. А, можно, да? Да, а, можно да. делать. А ну, не, слева просто смотрю, и там... Да, там не пишется. Не отображается, да. Это секретная информация считается. Пиромайстер, кстати, почти 15-й, ой, почти 16-й уровень получил. Сейчас выйду, а они кого-нибудь тут могут подцепить. Пиромайстер. Подцепить. Так говоришь, как будто там 5 триперов бегают, и сейчас можно подцепить кого-нибудь. Сейчас я зайду. Ну, пока на мэре появляется. Это хорошо. Для команды НМГ не очень. Да не, верю в Дарклейди. Хотя Пиро Хекс скоро будет, по идее. Ну да. Фейда, а тут гем есть. Есть Магнус. Это можно было зацепить. Хотя опасно, там вся команда уже ганда подходила. Но Пиромансер как-то слишком уверенно в себе тут гуляет. Теперь там Дарклейди есть ШХ, с которой она, в принципе, может... давать драку. Ой, сейчас подцепят-то ревенанта. Да, минус ревенант. Тут уже... Гем нужно разбить. Почему? Фейд уже, на, я вот смотрю, Фейд уже который раз в станах промазал. Что-то такое. Где она сейчас промазала? Что, да? Да, ревенант там тоже. Дедлиф ТП делает, надо закрутить. Да. Правильно, есть ТП на крипа от пиромансера. Приходит он сюда, сейчас ветра будут, нет? Прощаемся. И тем временем еще и Магмус забрал соло Мойру, которая кастовала иллюзию на топ. Ну это да. Временем. Это часто ошибка Мойр всяких. Айка босс, да. Такой контролишь иллюзии и такой, эй, почему она остановилась? И понимаешь, что ты умер, да? Так, что-то было интересненького, пока я отсутствовал.
Ничего интересненького. Может, я тогда снова отключусь? Всего лишь 8 киллов. Стрим гасим. Я вот вижу, забрали дедлифта, забрали ревенанта. Дедлифта тоже, когда пушил Т2, резко решил такой ТП дать. Да, его цепануло, его... Мойрос иллюзию закрутила. А тем временем Мойру, пока она кастовала иллюзию, забрал Магмас просто на реке. Руками прям такой сбил. На галке 600 ГП мы уже. А Пира выходит в фиксу. Или молоко, у него уже она есть? Ну, там Пира... По-моему, она уже летит. Наверное, да. В принципе, да. По ГП ему не... Они убили на топе, у него было до этого 2500. Я думаю, или одна часть летит, или уже целая. Скорее всего, целая. Либо, да, либо... Короче, она туп ему летит. Как в курицу уже не посмотришь, да? Да. Ой, сейчас могут забрать свифта, но он... Сумничает. Ой, заходит в шраут. Хекс на пиромансере, и он на базе как раз. Ой, выходит деваур, бедняга. И байдит. Подцепила, делочка. Неплохо, залетает сразу Мойра. Как-то но плохо она. Ну, ульта сейчас прокрутится. Да. За счет того, что она имеет... Магмус залетает, имя. Дает даблстан. Так, забрали пока что только Пуджа. Дарфейдинг забирает Мойру. Ой, забирают. Нету гема. Залетают. Ресуют. Практически ресули у нас. Ревенанта, но не успели. Выбирает он токен Магмус. Ой, какой стан от пиромастера, но он никого не задел. И, в принципе, неплохо подрались команда... Как ее зовут? НМГ. Ну так-то по Дарпеде с Эмпаской это очень много ремонта. Да. Я бы даже сказал, когда в хохла входит панчик... Смотри. Ну, хохол Даркледи, правильно? Ой-ой-ой, поцепили Делку, сразу дали хекс, стан от пиромайсера. Раскаст и забирают Делку. Кто играет на Даркледи? Джунта Пауэр. Джунта Пауэр. Ну, хохол же. Ну. Боди. Ты же за Боди, да. Да, а кто играет на Эмпаске? На Эмпаске Фингерс. Ну, пальчик, правильно? Ну, Фингер. Фингерс, пальчик. Ну, когда пальчик в боди, он начинает сильно бить. В каком боди? Блин, ну ты тупой, что ли? В Богдане. Вот когда пальчик в Богдане, Богдан сильно бьет и быстро бегает, и вообще очень сильно. Ну понятно, если бы в тебе был пальчик, ты бы быстро бегал, быстро бил. Да, пальчик он такой. Мерзкий пальчик. Ой, подцепили Магнуса. Улетает Мойра, рассказ. До свидания, Магнус. Приятно было посмотреть. А ведь на развороте-то можно было попробовать кого-нибудь забрать. Ой, сейчас еще умрут и Дедлифт вместе с Ревенантом. Они просто, по-моему, пошли вдвоем зафитили сейчас. На Найтс Гейминг. Так, у Пиджа появляется Шранкин. Ого, это очень хорошо. А Свитблейд выходит у нас постепенно, я не понял. Он приобрел себе только что Айсбренд, но у него нет Фаербренда. Походу, это может Скади? Нет, это просто был рейд-клик в Сашу Яшу. В смысле, в Сашу Яшу выходит через Фаербренд. Уверен? Да. Да, поменяли, да? Раньше наоборот. Всегда было. Нет, всегда так. Нет. Всегда так было. Даже в Доте выходило с Фаербренда. Нет, в Доте вообще отдельно было это все. То есть нельзя было ретвикать на что-либо. Там все надо было по кусочкам собирать. Да. По кусочкам, по крышам. Не, он себе сразу фростберн принес. Короче, пиромансеру горит. Блин, ПК. Пиромансер просто горит, вот я синим пламенем. Но ему очень надо портал Кея. В смысле, у него есть? А, уже есть. Я думал, он без него бегал. Но он же купил ветрахи, ксу потом. Только что привез. Ну, не стандартно, но работает. Не, ну нужен очень по Portal Cave, чтобы с иксы хорошо начать. И там на Магнусе 1700 тоже, 1600, да, хиксы тоже. Ну так-то вот сейчас вот два тимфайта подряд выиграли команда Guns, но все равно. Я бы даже, знаешь, как сказал, когда в боди входит пальчик с Владимиром. Тогда это уже групповуха. Боди вообще начинает разрывать. Ой, залез. Сейчас вот, но гем они. А, гем есть в Эмпаске.
Хороший стан, но Делка, по-моему, сейчас уже... Ой, Дарк Леди-то могла сейчас залететь. В другую сторону Магнус раскастовывает ультимейт. Мойра вовремя дала ульт. Фейт почти умирает. Фейт... Ой-ой-ой, Фуджик скушал. А тем временем забрали пиромансера. Хороший стан до сих пор выживает. Дарк Леди продолжает. Ой, как же она раздамаживает этого Сидблейда. Умирает еще и Магнус, остается в живых одна Фейт, у которой есть гем. И гонится. Кобра. Ох! Бывает еще гем. Вот скилл для... 1, 2, 3, 4, как мне сказал мой Виктор. Да, это всем сказать, да. Ой, Лысого возрождают, Лысого переродили. Рэмбо, первая кровь, возрождение. Вернулся в строй. И падают бараки, да. Я бы даже сказал, вернулся в строй наш Огр. Бараки упали, да. Так еще какой-нибудь лайн должен, по идее, упасть. Потому что ни у кого нет байбеков. И там, да, а Хеллборнер... Хеллборнер... Первый, интересно, Дарк Леди не нажимал. Хеллборнер Бэрнс. Убивают Т3. Так-то могли на барак оставить второй скилл дедлифта. Эх, сейчас бы убежать из этого. На барак Обаму побоище. Надо. А у него уже третий. Дэл, что ты делаешь? Ахаха, прекрати. А, ты убиваешь крипов. Ахаха, Дэл, прекрати. На Дэлке так-то после этого захода 6300 по голде. Третьи 6... пазл-боксы появились на дедлифте и пост-хейсты. Вот это зря. Нафига ему пост-хейсты? Эмпайс купила себе два глаза, чтобы в обоих в оба смотреть. Не, ну это, конечно, прикол, но она выбила из фейт один. Да. Смотри в оба глаза. Пальчик с двумя глазами. Возьми сейчас свой большой палец и ручкой там два глаза нарисуй. Вот это и получится. А прикинь, двуглазый пальчик с Владимиром ходит в боди. Звучит не очень. Куда он входит? В какую дверь? Подцепили Магнуса. И походу в него сейчас не только войдет пальчик. Прощаемся с Магнусом. До него уже пальчик как раз не войдет. Ближайшие 68 секунд. Ну, есть байбек, поэтому в любой момент он может использовать функцию возврата. Да, но тогда при этом у него не будет хиксы в ближайшие. Функция возврата, как в магазине. Да, с чеком сейчас придет. С чеком в таверну придет. С человеком. Вы мне бракованного Магнуса втулили, давайте нового. А Делка, кстати, приобрела себе... Фростберн. Нет, какой? ФС-ку. Ох, так-то. Надо дефать, да. Таура, а то сейчас крипы ломают со скоростью. Вот Кангора сейчас могут зайти просто. Да, и они его заберут очень быстро. Я причем не по вартам зашли. У Богдана Джунка 94 проник. Да. Закос под вашего Кумана, да? Ну да. Но у Кумана сегодня ник не очень был, мне не понравился. Морж лох? Да. Плохой ник. Хотя, с другой стороны... Накакали на своего капитана. Лучшая реклама — это антиреклама, поэтому даже... Сделка с рассказа. И заходят ребята из команды NMG. Подожди, пальчик вышел. Пальчик только что вышел. Пальчик вошел и вышел? Да, вошел и вышел. Чижел, выжил. Вошел и вышел. Стенка от Эмпаски. А мы про... Продолжаем смотреть в оба глаза, как сказал Эмпаск. Дети пишут, да начнется хлосаночка. Ой-ой-ой, залетели в Делку, рассказал Тутту Магнус. Залетает неплохо в пиромансера. Сколько же дэмэджа входит в него? Засасывает. Ой, засосало, по-моему, Делку. Да. У нее токен есть. И высосало. Будет продолжение. А пиромансера, кстати, так и не убили. Убивает она. Это минус лайн. И походу это минус 1-0 команды НМГ. Кого дедлифт рестнул? Или что рестнул? Ну, никого. Вроде там сбили, его убили впервые. Ой, не его, а могилку. Или он кого-то рестнул? Ой, сейчас залетят. Ну все живы, он кого-то рестнул. Хьякс в Дарк Леди. Кушает. Залез в него мальчик по имени. Мальчик вошел. Глеб. Можно развернуть. Убивают еще и Свитблейда, но это по-любому.
Good game. Хотя есть байбек у свифта, но нет ультимейта, нет. Сейчас МПАСК уже на базе вражеской закупается. Байбек побежал. Получил кобру. Кобру. И это кольцо. Пальчик высосал душу из него первого. Ну и команда НМГ одержала первую победу в первой игре. Сделаем небольшую паузу и вернемся к вам. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хон Гарена.ру.